Друзья, в продаже у нас Peugeot 307 2007 года выпуска. Объем двигателя 1,6 литра на автомате. Автомобиль приобретался у официального дилера в Красноярске. У автомобиля неплохая комплектация. Имеется 4 стеклоподъемника, электрорегулировка зеркал. Также у нас установлен мультируль. Также имеется магнитола на андроиде. Климат-контроль, кондиционер. К магнитоле есть возможность подключаться через Bluetooth. Помимо этого, на данном автомобиле установлены парктроники. Также имеется камера заднего вида. И еще на данном автомобиле установлена сигнализация с обратной связью.